Всем привет, ребята! Вы на канале kukovimovie.rf. С вами Яшка, и сегодня мы поиграем в Clash Royale. И да, ребята, сегодня, как видите, я уже через 20 кубков разблокирую новую арену. Вот она, ребята, новая арена, костяная яма. Мне на ней может много всего выпасть. Вот такие вот карты мне могут выпасть. Поэтому мы сегодня постараемся победить. Погодите, откуда у меня костяная яма? А, это, наверное, у чувака костяная яма. Ну ладно, давайте попробуем посражаться. Так, блин, вот посмотрите, какой хитрый. Сразу же атака... Погоди, что он меня не бьет? Он что, АФК? Может, первую корону отвоевали, ребят? Прикол. Так, конечно же, дракончик, ребята, ведь он имба. Помните, как в прошлый раз я вам рассказывал, что он имбовый? Так вот, он и правда имбовый, и все-таки я думал, то, что они остановятся, а нет. Мини-пека идет, постарается хоть что-то сделать. Блин, она сделала только не половину моей работы. Слушай, давно лучницами не пользовался? Давайте попробуем. Плохо, конечно, попробовали, ребят. Так, давай, давай, давай. О, нет, ребята, нет. Ай, блин, у нас тоже все плохо. Так, блин, надеюсь, что мы справимся все-таки и сегодня получим новую арену. А то я просто не знаю, что я с собой сделаю. Так, блин, наверное, инфлюенсер победит, потому что... Ну, вы, наверное, видите, почему. Так, мне нужно поставить дракошу. Давай, дракончик, иди и разрушай. Я серьезно говорю. Пусть идет и разрушает. Он просто создан для этого. Блин, нет, мини-пека спасай. Давай, давай. Ну, давай. Так, отлично. Работа пока еще не выполнена, но скоро... Только не это, ребята. Эти скелеты портят все всегда. Вот пишите в комментариях, кому портили скелеты настроение. Мне они портили всегда. Блин, смотрите, эликсир 2. Я ставлю дракончика. Если мы сейчас проиграем, то это все. Это все, это нам пипец полный. Блин, ставлю принца. Не беги, ну не беги на мушкетера, но ты издеваешься. Ты серьезно? Так, отлично, давай. Да, есть, есть, есть. Ух. Так, гигант, гигант, гигант. Мини-пероничники, пожалуйста. А, у нас все медленный, блин. Придется мини-пеку ставить на войну. Дракончик, давайте. Мы сможем. Мы сможем добить костяную яму сегодня, ребят. Так, и... Да, есть. Все-таки нам отбили одну башню, ну ничего. Фух. Плюс 31 кубок. И вот она, новая арена. Сейчас у меня будет, наконец-то. Я так долго мучился. И теперь все. Новая костяная яма открыта. Наконец-то. Наконец-то. О май гад, это особая акция. С Clash Рождеством. Спасибо, Clash Royale. Сколько у меня тут акций, я не пойму. Давайте посмотрим, какие моди. Так, это такой себе. О, вот наш дракончик. Я хочу на дракончика и моди. Так, смотрим. Мне нужно... Давайте откроем за 9 гемов этот сундук. Я знаю, что мне ничего не выпадет. Хотя, погодите, на гиганта выпала прокачка. Даже неплохо. Давайте посмотрим, что ждет меня, какая арена дальше. Варварская арена за 600 кубков. Да я еле эти поднял, вы издеваетесь. Так, следующая варварская арена. Игровой домик Пека. Долина Чар. Мастерская строителя. Королевская арена. Ой, даже смайлы бесплатные будут раздавать. Ледяной пик. Угу. Но я не понимаю, что будет в конце? Какой приз будет в конце? Так, какой же приз будет
Вы это серьезно? Это же легендарный сундук. Мне нужно срочно набить 6900 кубков. Офигеть! Это уже просто прикол. Вы понимаете, 6000 кубков у меня будет Лего. Офигеть. Нужно набивать, ребята. Так. Что тут у меня продается? Да ничего такого особенного нету, да? Так. Вот наш гномик старый предлагает нам акции. Но мы не можем, потому что у нас нету денег. Так, смотрите. Нам, получается, могут открыться карта армия скелетов. Кстати, я же еще ее не открыл на первой арене. Вы что, издеваетесь? Вызывает армию скелетов. Познакомься, это Ларри, Гарри, Джерри, Терри и так далее. Скелеты? А, что они делают? Три быстрых слабых воина ближнего боя. Окружи противника кучей костей. Ладно, подрывник, кстати, против нас он воевал. Да, вы посмотрите, это он против варваров, он просто убивает их всех. Маленький, почти не защищенный скелет, бросающий бомбы. Наносит урон по области и может уничтожить группу врагов. Это что такое? Надгробие? Что это? А, типа скелеты. Оно еще и защищает, это ж круто. Военное сооружение, из которого периодически выходят на бой с врагами скелеты. Если его уничтожают, выпускают еще трех скелетов. Жуть какая-то, да. Согласен. Ведьма. Эпическая карта ведьма. Вы посмотрите, она... Что она делает, я не понимаю. Призывает скелетов, выпускает смертоносные лучи, понятно. Ну, а гигантский скелет. А, я понял, кто это. Вот есть 4 эволюции каждого карты гиганта. Это вот такой вот. Еще должен быть гоблин и электрогигант. Так. Блин, ну слушайте, прикольные карты мне могут открыться. Мне это нравится. Ну что ж, ребята, вот так вот мы сегодня поиграли в Clash Royale. Надеюсь, вам понравилось. Вы не забывайте ставить лайки и подписываться на канал kukovimovie.rf. Ну а всем, ребята, пока-пока.